18 мая, РИА Новости. Живущим на космодроме Байконур гражданам РФ для покупки жилья в России выделит 250 миллионов рублей, говорится в тексте указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. По оценочным данным администрации Байконура, указанным на сайте Роскосмоса, по состоянию на 1 декабря 2017 года, более 2000 граждан нуждалось в обеспечении жильем на территории России за счет средств федерального бюджета. Обеспечить финансирование расходов, связанных с предоставлением социальных выплат отдельным категориям граждан РФ, подлежащих переселению с территории комплекса Байконур, для приобретения жилых помещений на территории РФ, выделив в том числе на эти цели в 2018 году с федерального бюджета бюджетные ассигнования в размере 250 миллионов рублей, говорится в документе.